Руководитель предприятия «Удека» Эдгарс Даугельс рассказывает, что начало этого года было особо тяжелым. К новому порядку расчетов должны были привыкнуть не только венсполсчане, но и само предприятие. Жители города должны были стать более пунктуальными и внимательными. Ведь теперь показания счетчиков расхода воды нужно сдавать в конкретные числа. Начало было тяжелым, но со временем статистика стала улучшаться. Надо было обработать больше, чем 15 тысяч показаний, то есть показаний счетчиков, и, конечно, это просило больше большого рабочего ресурса. Жителям, конечно, в свою очередь, опять надо было вспомнить о дисциплине, что на течение 4 дней надо было подать данные о своих показаниях счетчиков, и, конечно, забывалось. Потом вспоминалось, что, оказывается, счетчики не верифицированы, или те квартиры, у которых не было счетчиков. И когда им начали накладывать эти разницы, конечно, они тоже сразу начали реагировать. Ну, то есть, начало было довольно тяжелое. Сейчас можем сказать, что статистика показывает, что ситуация увеличивается. Если раньше вот эти плохие квартиры, у которых не было счетчиков, или которые забывали, или верифицировать, или подавать показания, то сейчас таких квартир становится меньше, и сейчас можем сказать, что 30% уже домов уже нету таких квартир. Если раньше было только 3% таких домов, где нету плохих квартир, то сейчас уже больше, чем треть. Так называемые плохие клиенты – это те владельцы, в квартирах которых не установлены счетчики, те, у которых закончился срок верификации счетчиков, и те владельцы квартир, которые по той или иной причине не сдают показания счетчиков расхода воды. Многие сейчас идут к нам с претензиями, что вот, да, я не заметил, что вот счетчик уже не верифицированный, вы тут мне тут сейчас насчитали разницы, или я тут приехал с командировки и не знал, что такой порядок сейчас новый приходит. Конечно, мы стараемся объяснять, информировать, и сейчас информируем, но что даже в этом же самом счете, который мы каждый месяц высылаем, есть графа, где показано, значит, верификация, время верификации счетчика. Конечно, люди не всегда смотрят, но мы вот их как-то просим, агитируем смотреть на то, что в счете указано. Иногда в УДЭКу обращаются клиенты с жалобами, однако их количество уменьшается. Самый актуальный вопрос в последнее время – почему, несмотря на то, что все жильцы дома вовремя задекларировали показания счетчиков воды, остается разница? Это создает недопонимание среди жильцов дома. Согласно новых правил Кабинета министров, нового законодательства, главный счетчик и коммерческий счетчик является на вводе в дом. И за этот, по этому счетчику люди должны, и этот дом должен и рассчитаться. То, что появляется эта разница, разница появляется по разным причинам. Есть еще люди, которые декларируют не фактическое свое употребление воды, а меньше. Или воруют также. То есть причины есть всякие, да, то есть снимают показания, может быть, не вовремя, не точно, не указав литры. И потому мы агитируем через управляющего дома вместе ходить по этим домам, особенно если разница получается больше, чем 20%, то согласно, опять же, того же законодательства, правил Кабинета министра, домоуправляющие обязаны сделать все, чтобы эту разницу уменьшить. И потому вот сейчас мы уже, наши контролеры ходят вместе с домоуправляющим по таким домам и показывают, да, действительно, жизнь показывает, что люди потратили 10 кубов, а пока показали только 2 кубометра, магниты и все остальное. Татьяна Шаховская, Артур Анч, Инцы Жознич, Курск, 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 Курск